Всем привет, продолжаем гулять по моему городу, Санкт-Петербургу. Сегодня я хочу вам показать прачечный мост. Это мост через реку Фонтанку в центральном районе Санкт-Петербурга. Соединяет Первый Адмиралтейский и Безымянные острова. Один из первых каменных мостов, построенных в Петербурге. Первый трехпролетный каменный мост в городе. Соединяет набережную Кутузова и Дворцовую набережную у истоков Фонтанки. Рядом с мостом расположены летний сад и летний дворец Петра I. Ниже по течению находится Пантелеймон. Мост, ближайшие станции метрополитена Горьковская и Чернышевская. Прачечный мост называется в связи с тем, что неподалеку, на углу Сергиевской улицы и Фонтанки, были дворцовые и прачечные. Прачечный мост, наряду с Верхнелебяжьим и Эрмитажными мостами, является одним из первых каменных мостов Санкт-Петербурга. Мост был построен одновременно с гранитной набережной левого берега Невы возле летнего сада. Первоначальный проект составлен в 1762 году. Он предусматривал строительство трехпролетного каменного моста с деревянным разводным пролетом. Однако в окончательном проекте набережный мост стал неразводным. Автор проекта неизвестен. Общее руководство строительством гранитных набережных осуществлял архитектор Фельд. В результате мост трехпролетный и арочный представляет собой сооружение с неравными каменными сводами, облицован гранитными блоками правильной резки. Тротуары от открылков с четырех сторон имеют по 10 ступеней для перехода на уровень набережной. Над опорами устроены овальные люкарны, которые облегчают каменную кладку моста и обогащают внешний облик. Длина моста составляет 40,9 метра, ширина между парапетами 14,3, ширина тротуаров 2 метра, высота свода, толщина в замке 0,77 метра. Ну вот так вкратце про прачечный мост, мост через Фонтанку в центральном районе Санкт-Петербурга. Смотрите фотографии, все, всем пока, всем привет, до свидания.